прямом эфире «Экстренный вызов» ТРТВ. Продолжаем. В Томске неравнодушные прохожие спасли младенца, которого родители заперли в душном салоне внедорожника. Вот к торговому центру подъезжает иномарка. Супружеская пара спокойно отправляется на шопинг и оставляет сына в машине. Крохотного и беспомощного пассажира на переднем сиденье чудом заметил прохожий. Он разбил стекло и вытащил малыша. Увидев это, супруги, вернувшиеся из магазина, впали в ярость. Отцом ребенка были высказаны угрозы о расправе и требования возмещения ущерба разбитого стекла. За халатное отношение к ребенку беспечным родителям теперь может грозить тюремный срок. Возбуждено уголовное дело. В Кирове пьяный лихач устроил гонки по дворам. Видимо, решил, что так получится скрыться от патрульных. Впрочем, очень скоро остановился.